7 ноября 2012 года. В этот день терминал 1А международного аэропорта Казань заработал в тестовом режиме. После масштабной реконструкции воздушных ворот Казани там прошла регистрация пассажиров рейса «Казань-Астрахань». Новый терминал посетили президент Татарстана Рустам Миниханов и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лисун. Начальным пунктом осмотра стало здание пригородного вокзала станции Казань Горьковской железной дороги. Напомним, реконструкция была начата в октябре 2011 года и связана с преобразованием железнодорожного вокзала Казани в современный транспортный узел. Так, для пассажиров аэроэкспресса будет предназначен второй этаж. Для людей с ограниченными возможностями будет установлен лифт. Гости протестировали услуги аэроэкспресса, отправившись по железной дороге в аэропорт. Теперь от железнодорожного вокзала до международного аэропорта Казань можно будет доехать за 25 минут со скоростью до 140 км в час. Реконструкция международного аэропорта Казань стала возможной благодаря проведению в столице Татарстана Всемирной универсиады 2013.